Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка». Сегодня у нас розыгрыш и разыгрываем мы детский рюкзачок. Вот это видео, под которым нужно было написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала для того, чтобы участвовать в розыгрыше этого детского аксессуара. Рюкзачок действительно очень хороший и понравится любому ребенку. На превью как раз изображен именно он. Так давайте же узнаем, кто у нас сегодня получит в подарок от нашего канала эту стильную вещь. Открываем видео. Скопируем ссылочку. И вставим ее в рандомайзер Simply. Детский рюкзачок. Получаем комментарий. Комментарии получены, и нам только осталось начать конкурс и узнать имя победителя. Так давайте же это сделаем. И у нас, мои дорогие друзья, победитель, и это Наталья Карева. С комментарием очень увлекательная распаковочка, как всегда на высоте. Ждем новых, наверное, видео. И мы от всей души поздравляем нашу победительницу с этим замечательным подарком. И надеемся, что им он точно придется по душе и понравится. А я напомню, как со мной связаться. Сделать это можно двумя способами. Либо написать сообщение в директ в Instagram, либо на электронную почту. Все это можно найти во вкладке «О канале». И также напомню, что впереди еще несколько розыгрышей, и через неделю мы с вами разыграем женскую красивую модную сумочку, изображена на превью. А еще потом через недельку женский красивый стильный модный рюкзачок серебристого цвета. И вчера вышло видео с двумя розыгрышами. Нож, очень красивый, эффектный, и наушники от Lenovo. Два подарка для двух победителей. Поэтому, мои дорогие друзья, спешите, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайте своих друзей, участвуйте в розыгрышах и получайте подарки. На этом я прощаюсь. Еще раз поздравляю нашу победительницу Наталью с этим замечательным подарком. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч!